Валерий Иванович Ломако родился 17 февраля 1940 года в Беларуси. С началом Великой Отечественной войны семья эвакуировалась в Сталинград, а затем в село Сталинградской области, где жил дед будущего актера, играв в сельском школьном театре. После окончания школы поехал в Саратов. В 1957-1960 году учился в театральной студии при саратовском ТЮЗе. Педагог Юрий Киселев, после окончания которой оставался в театре до 1964 года. Один сезон работал в Русском драматическом театре Махачкалы. В 1965-1971 году служил в Свердловском драматическом театре, а в 1971-1979 году в Волгоградском драматическом театре. С 1979 года играл в Курском драматическом театре А.С. Пушкина. В качестве режиссера воссоздал постановку «Усвятские шлемоносцы» по повести Евгения Носова по просьбе писателя и под его руководством. За более чем 50 лет на театральной сцене сыграл более 100 ролей. В 1991-2001 году был председателем Курского отделения СТД Российской Федерации. В 1998-2001 году председатель Комитета по культуре в правительстве Курской области. Умер 11 октября 2016 года на 77-м году жизни в Курске.